У Магнитогорска Тим Брент 37-й, Оскар Россел 62-й, Франсис Паре 19-й в атаке, в защите Крис Ли 4-й, Владимир Маленьких 24-й. У лево шеф сейчас шайба, ему помогают Врана и Терберт. Оба сейчас стараются на пятачке, и Врана пытался добить шайбу в ворота. Секач шайбой. Бросок и гол! Счет матча открыт! Лев сделал то, что необходимо было сделать этой команде. Если она забивает, то, как правило, побеждает. И вот на второй минуте матча счет открывает Секач! Да, 1-0. Это вообще удивительно. Ведь Иржи Секач один из лучших бомбардиров. Второй бомбардир Льва в регулярном сезоне. По ходу плей-офф никак вот у него со статистикой не ладилось. И с набранными очками тоже все было очень плохо. А вот сейчас забивает в первой домашней игре. По сути, в первой же своей смене. Ставка на первый период у Лева практически всегда срабатывает. Команда выиграла 11 первых периодов из 17 и пропустила всего 5 шайб. То есть активное начало, и потом дальше чешский коллектив действует по счету. Вот так 1-0. Еще раз смотрим мы, как Иржи Секач выкатывал из-за ворот и дальше переигрывал Василия Кошечкина. Счет в этом матче открылся. Ну и...